Урожай на этом поле озимой пшеницы до сих пор удивляет и самого фермера, и коллег-агрономов. Сеяли в сухую землю осенью, всходы получили только в декабре, но основной удар на растения пришелся в апреле. Возвратные весенние заморозки до минус 12 градусов оставили после себя такую неприглядную картину. И растения практически погибли. Просто вот солома, как сейчас, вот такого соломистого цвета, просто погибли. Значит, это, конечно, был сильнейший удар для нас. Почему? Потому что это и экономика, это и затраты, это и психология. Фермер решил не сдаваться и вместо пересева и непредвиденных затрат на него реабилитировать посевы. Сначала поле подкормили, а затем с помощью биопрепарата начали стимулировать рост. И нам это удалось. Значит, здесь было проведено 4 обработки. Препарат называется Стимик Стандарт. На середину мая мы получили эффект ярко насыщенно-зеленого поля, широкий лист, хорошо заложенный колос, только неровный. То есть при том, как она начала отрастать, она еще заложила по два, каждое растение по два побега второго порядка. Препарат помог в борьбе с бактериальными болезнями и дал силу растениям. Испытания этого года с засушливой осенью и холодной весной биостимулятор выдержал на отлично. Схема препаратов Stimix является тем, что мы постепенно уходим от минеральной подкормки, восстанавливаем почву, структурируем ее само собой, и то, что получается, снижаем пестицидную нагрузку на сами растения, что тоже повышает урожайность. Какой будет урожайность на этом поле, фермеры расскажут после уборочных работ. Но уже понятно, что удалось избежать экономических потерь. Помог спасти пшеницу, получить хороший урожай и обойтись без лишних затрат на новый сев на этом участке.